Хотел показать, как прикольно очищаются медные тарелочки, когда через нее перегоняешь брагу. Причем очищаются они сверху, верхние более чистенькие, рыжие, чем нижние. Процесс перегонки браги. Первая колонна НБК, классическая НБК с 20 перфорированными тарелками, узел отвода барды, там же датчик давления, подача воды в парогенератор через вот такой узел. Вода с системы подается сюда. Здесь стоит обычный поплавковый клапан. Поплавок, как в унитазе, можно сказать. Вот. Уровень воды регулируется этим поплавковым клапаном. Здесь трубка связи с парогенератором. Вода снизу поступает в парогенератор. Сам парогенератор сделан из пивного кега. 50 литров, обшит теплоизоляцией. Парогенератор имеет вот такой запорный клапан. Холодная вода поступает вот так. Но теплая вода не идет обратку в эту часть узла подачи воды. Сам парогенератор имеет два тена по 12 киловатт. Второй тен. Предохранительный клапан. Второй предохранительный клапан на всасывание. Это когда разряжение, когда он остывает. Все, узел отвода барды имеет систему труба в трубе. Подается холодная брага снизу и затем прогревается. И вот уже горячая, она подается вверх, на верх колонны. Алкогольный пар с парами воды вот через эту трубку подается в низ следующей колонны. Эта колонна тоже имеет свой узел отвода хвостов, грубо говоря так. Хвосты, когда накапливаются здесь, срабатывает поплавок, и они перекачиваются обратно в емкость, откуда берется брага. И заново подаются по всей системе вверх и перекачиваются, потому что здесь собираются хвосты с достаточным количеством алкоголя, который не успевает испаряться на этих тарелках. То есть здесь происходит дефлегмация, и некоторая часть хвостов с алкоголем опускается вниз, отводится она опять насосом. Вот таким насосом на 24 вольта насосиком отводится обратно в подачу браги. Здесь на колпачковых тарелочках, колпачки ProCup, медные, 15 колпачков, происходит разделение паров на разделение алкогольной смеси на хвосты, тело и головы. Тело и головы прорываются вверх, хвосты потихоньку опускаются вниз. И, как я уже говорил, обратно от хвосты сработали. Вот. Это уже все. Насос сработал, и хвосты выкинулись на перекачку. Дальше у нас идет полуметровая колонна со СПН-кой. Затем узел отбора по жидкости. И несколько дефлегматоров в ряд, трубчатые дефлегматоры. Там на самом верху у нас есть узел связи с атмосферой, а продукт отбирается с узла отбора по жидкости и пропадает прямо вот в следующий куб, вот сюда. Вот, еще раз хочу показать, какие у нас прикольные медные тарелочки, как они очищаются. Это косвенный показатель присутствия кислот. Я ожидал, что они будут снизу чиститься,
но они чистятся наоборот, сверху вниз. Ну, вот такой процесс перегонки браги на НБК с отбора хвостов.